Здравствуйте. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Аня. Как тебя зовут? Как тебя зовут? София. София. А тебя? Вова. Вов, ну давай сразу с комплиментов, да? Во-первых, у тебя прекрасный, не знаю, что это, пиджачок такой замечательный. Посмотри, как ты замечательно выглядишь. Сонечка, расскажи, пожалуйста, к тебе Дед Мороз приходил в гости? Да. А что он тебе подарил, расскажи. Подарки. Подарки. Какие? Спасибо, Вов. Какие подарки, Сонь? Конфеты. Куку. Конфеты? Тебе? Этой. А с Соней вы знакомы были до сегодняшней встречи? Да. У тебя очень красивое платье. Выйди немножко из-за стола. Красивая. Соня. Сонечка, ну а что бы ты вот нашим телезрителям вообще хотела бы сказать? Вот есть у тебя какое-то пожелание, может быть? Сейчас наступил 2024 год. Что бы ты им пожелала? Володь, мне кажется... Вот дети. Это чувак, закрывается. Сонечка, давно ли ходишь в этот детский сад? А тебе нравится здесь? Да. А расскажи, пожалуйста, что тебе конкретно нравится? Воспитатели. Воспитатели? Конфет много было? Угу. Все ты съела их? Угу. Мама не забирала? Забирала. Забирала, конечно. Ну как, все мамы забирают. Скажи, пожалуйста, а вот вообще вот твое желание такое, вот, что бы ты хотела прям, чтобы тебе подарили? Вот о чем ты мечтала? Ты не хотела бы об этом говорить? Спасибо тебе, Сонечка. Я тебе желаю, чтобы твои все желания исполнились. Да? Напеки. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Аня. А вас? Полина Дегтярева Владиславовна. Вот так вот. А тебя? Как зовут? Леша. Просто Леша. Приходил ли к тебе Дед Мороз? Приходил. Угу. Может быть, он был со Снегурочкой? Мы открываем, а там Дед Мороз со Снегурочкой. Слушай, расскажи, пожалуйста, что они тебе подарили? Они мне подарили игрушечную электрогитару. А ты занимаешься музыкой? Да, я люблю сочинять песни. А можешь ли ты что-то сегодня для наших телезрителей вот исполнить? Ну, у меня пока ничего такого не сочиняется, но... Но ты любишь это делать? Угу. Замечательно. Занимаешься ли ты музыкой? Как-то связан ли ты с этим искусством? Спокойно. Что такое Новый год вообще? Как по-твоему? Подарки. Полин, а как тебе кажется, что такое старый Новый год? Что это за праздник такой? Ну, я думаю, что когда старый Новый год, его с ним прощаются. А когда Новый год, он дарит подарки. Скажите, а вы пускали салюты? Вот выходили на улицу и пускали ли вы фейерверки? Вот расскажите. Да, но мы салюты запускали только в деревне. Пускал ли ты салюты? Ты мне говоришь, что да, расскажи, как это было. Подарки. Снова подарки. А про салюты что хочешь сказать? Макулина. Расскажи, а где этот детский сад вот в этот? Ты да ходишь? Да. Ну, примерно сколько уже? Ну, нравится тебе здесь, вот расскажи. Да, нравится. А что тебе здесь больше всего нравится? Маквин нравится. Маквин, все правильно. Полин, расскажи, давно ли ты ходишь в этот детский сад? Да. Леш, а что бы ты пожелал нашим телезрителям? Жвачку. Жвачку. А еще бы что пожелал? Котетку. Так, а если из нематериального? Ну, там, счастье, любовь, здоровье. Что бы ты им пожелал? Котетку. Все-таки. Леш, спасибо. Мы тебе тоже желаем и конфетку, и котлетку, и Маквина, чтобы, в общем, все, что ты хочешь, у тебя было. Договорились? Да. Спасибо тебе за это интервью. Можно я пожму твою мужественную руку? Полиночка, спасибо тебе. Прекрасная вообще девочка, просто фея-принцесса. Лешка, давай, не подведи. Все, провожай Полину до группы ее. Веди ее теперь. Так, ребята, дойдете, позвоните мне, хорошо? Счастливо.